1 июня в средней школе номер 2 города Каспийска прошел первый день занятий предшкольной подготовки будущих первоклассников. В рамках программы учителя начальной школы проводят занятия по развитию речи, творческому мышлению и обучению письму. Подготовка ведется в игровой форме в доброжелательной атмосфере. Помимо занятий, советы и наставления от опытных педагогов получают родители будущих школьников. Я хочу сразу развеять миф. Говорят, что если пойдешь в школу, там всему научат. Хочу развеять это. Без предшкольной подготовки такую объемную учебную информацию ребенок не воспримет. И наша задача создать условия для совместной работы родителя и учителя. Я думаю, что все получится у нас. Предшкольная подготовка создает все условия для комфортного перехода ребенка на следующую важную ступень своей жизни. Занятия будут проходить до 20 июня.